Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «На четверых». Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую вам перейти именно к ней. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас. Ну а всем остальным приятного просмотра. Спасибо за реформацию. На здоровье. Помогла. Просто только что вышел в универ. Купил. Молодец. Чё-то не успеваю я ходить. О, круто, так. На какую ВГшку, блин? Все рядом нормальные у Грека. Мне бы, конечно, набить генерала и как-то тут продавить. В спорте есть казармы, нет? Как война-то? Война потихоньку убивает. Да никак, стоим тут. Бодаются. Да. А, ну вот смотрите, армия, он первый. У меня 50 тысяч, например. Что? А что, кто-то дал Греку денег, чтобы напнулся, да? Да нет. Строю. Декларация эта дружба не была подписана. Ну, может, он до этого был, а я не следил. Ну, нет. Так.
чего Рим проходи, я же границы дал, можешь посмотреть. Поблочить клетки. Да я тут только тебе блочить. Рим, что, тебе войну объявить, что ли? Зачем ты это делаешь? Да я посмотрю. Слушай, ну, Рим, ну это, блин, ну это просто некрасиво. В любой игре ты всовываешься в битву и ставишь свой юнит. Я просто не видел, как у вас тут территория. Я хотел посмотреть. Вот люди, вот если вы фармите лагеря, вы можете об этом говорить. Сижу, смотрю, у моей границы лагерь. Пойду заберу. Я не фармил, кстати, он только появился. А, ну вон там. Ну, то есть я ставлю динамичника. Он его уничтожает. Ставлю нового. То же самое. Да чай, все-таки берсерков подарил, да? Но одного не жал. Да они там вот сейчас от мечников, динамичников-то не отличаются. Ну, на этой территории верблюды-то они бесполезны, на самом деле. Ну как, он вырубает все-таки джунгли. Не, ну если дороги построить, то можно. Ну да, дорогие. Ну просто, Хорецкий, давай так. Ты же тоже сейчас проседаешь. Я думаю, у тебя развитие вполне неплохое. Достаточно городов. Столица у горы. У меня воля, у тебя традиция. Ну, о чем речь? Неправда, ты в традицию все пошел. Ну, так у меня две воли. Так что, ну смотри, ты просаживаешься и по науке. И вообще гробен вырывается. Я не думаю, то, что ты меня захватишь за 5, 10, 20 ходов. Вот я через 6 ходов выхожу таки бузиров. Пафнутий, убирай скаута. О. Выгодна ли тебе эта война? Точнее. Сколько мы уже воюем? 7, 8, 10 ходов. По-моему, 3 или 4. Что они затяжные. Да нет, Грек должен легко отбиться. Только там по науке просидеют. Ну, почему он не распространил религию? Я а, понимаю. У тебя... А, есть универ, да? Ну, значит, все без проблем должен отбиться. Все. Ну, я просто недавно только вышел в них и сразу купил. Религия классная.
Я вот не могу понять, что ты постоянно на эту клетку становишься под выстрелы моего города. Армию девать некуда. Почему бы не убрать развитие? Тебе и мне. Развитие? Ты строишь юнит, я строю юнит. Ты просаживаешься по деньгам. Ну, я не особо просаживаюсь, ладно. Что? Ну что, пухните. Я думаю, нам надо пока остаться. Чем? Без дипломатических соглашений. Тебя плохо слышно. Без дипломатических соглашений нам надо с тобой остаться. Будет то нападать на тебя. Да. Он проникает. Назрай и в куфе осталось. Прям на дорогу встал. Что? Да, я Риму. С девочками. Давай следующий юнит. Ща, лочим. Давай следующий. Не пройти. Заблочил. Все, нету. Вперед. Проверишь. Ой, уже два человека в новом времени. Кроме нас, да? Так. Сдается, мне датчанин задумал подлость. Подлость? Ты же мне говоришь о том, что... Датчанин задумал подлость, но ты с ним не хочешь заключать договора, нормально. Ух, этот подлый датчанин, который почему-то странно воспринимает, когда с ним не заключают договора. Ты решил мне деньгами помочь? Ах, не успел убить. Так, пока обождем. Ну, если так пойдет, я думаю, контратаку грек тоже получится. Что? Да. Почему? Мне тут нет смысла контратаковать. Тут местность все-таки не позволяет просто взять и пойти вот так открыто. Я а, тоже. Я... Смысл ему помогать? Ну, блин, динамичники делаются, умирают. Как бы юнитов качаем, да? Веселимся. Тебе рыцари нужны, на самом деле. Нет, аркебузирочки с трихоли. Они начнут держать оборону. Вставай. Прошу.
Так, все. Ну а так в соотношении, кто сколько больше убивает? Мне бы, конечно, тут поставить. Я вообще не убиваю. Ну, как бы, это же дальний юнит, если это у меня оборона глухая. Динамичниками. Ну, он подходит в радиус города. Короче, ты играешь в роли танка, да? Так, ну да, да. Смертного. Угу, вот пройти, подойти к границе араба и умереть, да? То есть пока город не атакует, скажу так. У нас тут Грек ГГшками обмазывается, смотрю. Сейчас заметил. На то он и Грек. Что-то лагает, да? Слишком долго задержан. Ну, видимо, походили. С пафнутием, не, нормально прошло. Ну меняйся, блин. Так, все, можно покупать универы. Как там мой берсерк жив? Или скончался уже от сердечного приступа? Алло, не слышно? А, да он умер, говорю. Прожился. Все нормально, он умер. Не зря свою жизнь отдал, собственно. Может, это значит, пошел подзаработать денежек наемникам, эти взирасы убили. Ну, может, все, сейчас генералом следующим. Ой, я смотрю, у тебя в Багдаде проблемы. Точно не хочешь мира? Точно. Блядский. Ну, я хотел разграбить Мараймер сам, я смотрю. Я тут все погрузил. Ну что поделать. Ну то есть ты пытаешься остановить меня, когда мы уже явно замедлились. Да в чем у меня замедление? Объясни мне, у меня универы покупаются. На что мне еще тут тратить производство? В деньгах, а значит, в науке. Это красавчик. Ну, думаю, пока ему еще выгодно воевать. Пока еще. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным.
Хотел туда встать. Да. У меня к тебе тут бизнес-план. Давай. Не хочешь, да, подзаработать немножко денег? Короче, берешь, покупаешь миссионеров, ну и дальше, понятно, да? Да, да. Подсоби-то деньгами, ребят, обнульчивость, динамичный проводки бузиров. Блин. Будет крепость ставить. Апнул. Эти все. Те никто не дал. Отстрелялись. Спавнуть тут у нас богаче. Я так себе. Маленькое Дания. Слышно, как Бэйбинук пытается поставить крепость. Алексей, как освободишься, там эти предложения тебе. Так. Мне бы взять генерала с закрытия воли. Чего, ты до сих пор не рассматриваешь предложение союза, дружбы и долгого развития? Нет, воюй. Воюй. Блин, я тут в Дамаске уже понастроилась куча. Сколько мы уже воюем, ты не знаешь? Там никак не построить нигде. Нет. Ну, я не знаю. Ну, вы помню, еще на 108 ходу что-то было. Так что где-то со 106 хода вы воюете. Прокачиваем лимит. Точнее, он прокачивает. Куда ты убежал?
Не настраивайся. Меня слышно? Да, слышно. Спасибо. Там на одного аркебузира хватит. Спасибо. Ну, вроде это должно. Ну, мне, в общем, генералы нужны. Надо закрывать воду, брать генерала. Студент медицинского института. Нет, я не учусь в медицинском институте. Еще мамбас у тебя воюет, ничего, да? Да, есть такое мнение. Ну, там пытается помогать мне. Сколько еще планируешь пытаться атаковать? Ну, это мое развитие. Я не знаю. Ты... Пожалуйста, прекрати каждый ход, вот это... Каждый ход спрашивает, ну, когда сейчас, я закончу. Сейчас вот я спрашиваю, потому что я вышел аркебузир. Ну, нападай на меня тогда, захватывай меня. Я просто не вижу, как мне тут по-другому развиваться. Ну, я вижу, я не понимаю, ты просто просишь меня прекратить на тебя нападать, просто потому что тебе так хочется. Ты даже не узнаешь меня, ну, почему ты что мне... Не хочешь поиграть? У тебя три... города под горой. То есть по науке ты, в принципе, можешь вылетать. У меня ни одного города под горой. У Рима, не знаю. У Рима, по-моему, Эстония тоже не под горой. А Дания такая же замедленная, как и мы. Слушайте, может мне дань пособирать? А, блин, я забыл совершенно про... Thank you.
Тяжелая логическая задачка с этими местами, конечно. Так, два хода до генерала с волей и... Блин. Ага, и сейчас вообще будет генерал. Отличненько. Блин. Да ладно. Да вы издеваетесь. Ну. Видно. Отлично. Прошли или 3 мили, откажи. Что? Не, маловато. Ну, я готов выслушать твое предложение. Это нагло. Но это в два раза больше, чем ты предложил.
Ну а где тут рабочий, блин? Или что? Или он делся куда-то? Меня слышно? Да. Еще не надоело, кажется, переспрашиваю. Вы же молчите? Ну, война, глухая оборона. А то она и глухая, понимаю. Успел. Thank you.
Хотя я не буду в сон ставить. Все проблемы, что у меня долго мой генерал прется, да? Ну, такими темпами, такой дуэли, где просто крепостями начинаешь продавливать. Я думаю, но он продает рано или поздно. Пока он не лечится за это. Не знаю. У вас там как с развитием? Нормально. Ну, сойдет. Занят, знаешь, что говоришь? Как хочешь, на твой вкус. Хорошо. Хочешь вино? Давай вино. Блин, дорог. Ну все, походу, грека прожали. Что? Грека прожали, походу. Так, слушайте, ну ладно, я открою вообще, потом пойду, нет, даже так сделаю, компасы, банковское дело.
Слушай, Пафнути, ну что ты все мешаешься скаутом своим, ну? Опять ты мешал. А? Опять ты мешал. Да суть, дом. Ну зачем ты вообще вот лезешь сюда, ну? Ну я сам фигню открыл. Ты можешь вот просто понимать, что это, ну, не... Я Софию, я ГГшку открыл. Да, и для этого надо стоять у меня на пути. Ты можешь ходить по местам, которые не мешают, где ты не мешаешься. У тебя везде. Я встал на свободное место. Где был за? Стреляет. Да, у меня больше нет. Сейчас распространится, у тебя большое это. Напряжение большое, сейчас быстро распространится. Ну. Забавный такой проплыв. Это же новая... Губы душные, ребята. Ну все, валю я.
нас это как-то раб вышел новейший. Новейший. Че будешь брать? Уголь бы найти сначала. Уголь бы найти, говорю. Че, нет угля? На твоей территории. Как обычно. МГГшек посмотри. Я вот не иду в уголь, чтоб не расстраиваться. Интересная стратегия. Поди, у меня, наверное, нашел, нет? Лим. Не скажу. М? Не скажу. Ну ладно, сколько у меня угля? 7? Это кто, Даня, да? Да, Даня. 14. 14? Ну, угли есть у всех. А нет, кроме это грех уже нет. Кроме меня. Ну, я его сейчас не найду. Такое время. У Афины сейчас отъели клетку с углем. Вот сейчас даже сижу и думаю, идти в эту индустриализацию или нет. Ты, Рим, что посоветуешь? Идти мне в индустриализацию, нет? Конечно, Рим. Я куда шел, короче. Я? В научную теорию. Ну, тем можно в радио тогда. А у меня такой вопрос, ребят. Когда по тебе атакуют, да, ты получаешь 2 очка в копилку великого генерала, да, для рождения. А если ты атакуешь, то есть дальним боем, сколько ты тоже 2 получаешь? Без понятия. Ну, очки опыта, они же очки генерала. Так ты воюешь, посмотри, что у тебя там добавляется. Нет, у меня это в том-то и дело, у меня нет дальнего боя. Просто вот за время войны у него родилось 3 генерала, у меня 2. А до третьего мне... Ты забыл, что я с воли взял. Ага, ясно. Да, я думал, откуда у тебя. Thank you.
все такие дружные, смотрю. Так, где у меня там? Генерал, не скоро. Ну, 9 убирает, я не знаю, столько раз атакует. У него лошадей, по идее, не должно было быть. Может, кто-то дарит ему лошадей? А, ребят? Ну, у него есть раз своих 4 лошадей. Просто в начале войны я видел, у него 0 лошадей. Я подумал, что он на все поставил. Блин, на ключник. Следующем ходу. Сейчас ему, по-моему, закончится. Итак, эта серия завершена. Продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.